สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่12 апреля в Таиланде отмечается тайский Новый год. С 12 до 20 апреля практически ничего не будет работать, особенно в Паттайе, потому что официальные дни празднования Сонкрана в Таиланде с 12 по 16 числа и 17 числа все выходят на работу. Но в Паттайе 17, 18 и 19 число – это три основных дня празднования тайского Нового года. Здесь куда-то выехать просто нереально, потому что все дороги превращаются в огромные пробки, где все обливаются водой, веселяются, развлекаются. Дорога, которая обычно занимает 20 минут, 17, 18, 19 числа может занять 5 часов. Поэтому в Паттайе обычно в это время никто не работает. И так как в это время мы не можем отправить ваши посылки, точнее мы их, конечно, передаем почте, но так как почта вам тоже не работает, эти посылки никуда не движутся, и в компенсацию за ту задержку, которая возникает из-за празднования Сонкрана, мы обычно из года в год устраиваем акции и дарим вам разные подарки. В этом году я решила сделать немножко интересным процесс выбора подарков, и некоторые подарки для вас будут секретом. То есть вы до конца не будете знать, что конкретно вы получили. У меня вот есть две таких вот четыре коробочки. Они с виду все одинаковые, но внутри у этих коробочек четыре разных вида чая. То есть я выбрала те чаи, которые у нас есть, которые делаются из цветов, потому что Сонкран – это праздник, когда все ходят в одежде с изображением цветов, все украшено цветами, все поливаются водой. Вот, поэтому я выбрала цветочные чаи из цветов разных растений. И одинаковое количество этого чая мы рассыпали по баночкам. После этого баночки перемешиваются, ставятся на полку. И до конца никто не знает, что находится в коробочке. Когда нам на склад поступит заказ, который будет включать в себя вот такую коробочку, наш тайский став, не глядя, возьмет первую попавшуюся коробочку, откроет ее, заглянет, что внутри. Здесь внутри чай из цветов кофе. Также будет чай из цветов анчана, из цветов османтуса и из цветов жасмина. Все эти чаи можно использовать как отдельно, так и очень приятную, вкусную, ароматическую добавку к обычному зеленому или черному чаю, кроме синего чая. Синий чай он обычно ни с чем не комбинируется, он пьется отдельно. Также туда можно добавить мед и лимон для улучшения вкуса. А также синий чай, он очень хорошо стимулирует рост волос. Из отвара синего чая можно делать, ополаскивать корни волос для улучшения роста, можно делать примочки на глаза, на брови для улучшения роста ресниц, бровей. Также он снимает усталость глаз. Такой вот многофункциональный чаек. Это первый сюрприз, который вас ожидает в нашей тайской новогодней акции. Дальше я решила, мне всегда, очень давно наши клиенты просят меня что-нибудь с тайским акцентом, что-то очень тайское. Вот в этой акции будут очень тайские подарки. А именно, я решила среди списков подарок, кроме косметики, положить также вот такие вот тайские вазы. Они, конечно, такие золотые, яркие. Можно использовать как предмет интерьера. Также можно использовать как конфетницу и сюда печеньки положить. Вот, очень такое интересное украшение на стол. Я решила выбрать два вида. Вот, обе вазы мы будем упаковывать. На самом деле я вот боюсь вот за эту вазу, потому что они пластиковые, и в дороге она может травмироваться. Но мы максимально ее упакуем. Максимально надежно, чтобы это не произошло. Эта ваза более надежная. То есть если вы боитесь, что ваша ваза красивая, может ломаться по дороге, лучше заказывать вот такую вот. Вот. На выбор, я не помню, там какую сумму наш маркетолог поставил, вот одну из двух ваз вы можете себе выбрать. Также в эту акцию мы будем дарить тайские ложки. Вот эта вот ложечка, она очень удобная кушать ее супчики для том-яма. Во многих тайских ресторанах, тайских местах вы можете увидеть ложки такой формы. Они отличаются от наших, очень удобно. Здесь тут тоже цветочный рисунок. И эти три ложки, они используются для готовки. Вот тут очень удобная поварёшка, у меня дома тоже есть такая же, ей очень удобно набирать суп. И эти вот две ложки для риса. Вот, они тоже разные формы, с более короткой ручкой, с более длинной ручкой.
вот эти вот, то есть за нашу акцию вы можете собрать себе полный комплект тайских ложечек.